12 июня вместе со всей страной День России отметили жители и гости Туапсинского района. Во всех поселениях прошли праздничные концерты, выставки, патриотические часы, викторины и конкурсы. День России отмечают с 1994 года. Праздник стал точкой отсчета новой истории и началом становления новой государственности в России. О том, как этот день встретили в Новомихайловском поселении, расскажет Лиана Коблева. Праздничный солнечный день на площади культурно-досугового центра «Юность» собрались жители и гости поселения. В программе дня авторские выставки, игры, конкурсы и концерт. Праздник начинается с патриотических песен и танцев. Свое творчество дарят взрослые и детские коллективы. Среди них школа искусств, вокальные и хореографические ансамбли. Но мы сегодня решили сделать очень обширную программу для того, чтобы каждый человек, житель нашего поселения, гости нашего поселения, могли найти для себя какое-то развлечение и получить массу удовольствия. Без их творчества не обходится ни один праздник в Новомихайловском поселении. Хор ветеранов «Купавушка» и казачий ансамбль «Станичники» радуют всех жителей и гостей всем известными песнями в День России. Ну это же Россия, вы понимаете, это Россия, родина наша, конечно, отмечать надо. А для самых маленьких организаторы приготовили детскую развлекательно-игровую программу, где дети разгадывают загадки, рисуют на асфальте, вместе со сказочными героями участвуют в конкурсах. Сегодня праздник отмечают и гости, которые приехали с детьми на отдых из разных уголков России. Вы знаете, я думаю, что если для человека это праздник, то неважно где, главное как-то это донести для деток, и главное, что в душе это праздник. Марусь, тебе нравится? Сегодня День России – символ национального единения, стремление к мирной и созидательной жизни всех граждан страны. Это праздник тех, кто искренне любит свою родину, гордится ее прошлым и с уверенностью смотрит в будущее. Это наш край, это Россия. Любовь и слава не без простор, орел куклавы. Это же, не знаю, до слез праздник. Вторая победа, как бы сказать. Патриотизм обязательно должен быть. И Россию мы должны любить, свою великую родину. Чтобы были все дружно, чтобы не было войны. Чтобы были все счастливы. Лиана Коблева, Денис Гилев, Изабелла Актюльчева, телеканал «Орленок ТВ».